А в Ханты-Мансийске состоялась контрольная тренировка лыжников сборной России. По ее результатам стало известно, кто из спортсменов выступит на стартах ФИС в Финляндии. Александра Амелина побывала в Центре зимних видов спорта. Одна минута до старта. Сначала женщины, потом мужчины. С разницей в 20 минут начался масс-старт на 6 и 10 километров. Вместе со спортсменами из сборной России, юношеская сборная округа и олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Этот год должен стать по результатам лучший за последние 5 лет. Ну, скорее всего, это будет заключительный для меня. Поэтому постараюсь показать максимум возможных. В Югре лыжная трасса для тренировок готова раньше, чем в других снежных регионах страны. Причем условия, в которых занимаются спортсмены, такие же, как на этапах Кубка мира. А в этом сезоне появился тяжелый подъем. Это по просьбе Юрия Викторовича Бородавка и Сорина Егора для того, чтобы лыжники именно задействовать этот рельеф. Это вообще такой рельеф и такая длина дистанции вообще самая первая в России, которая сделана. Возможность имеют наши спортсмены любого уровня попытаться здесь провести хорошие работы, развивающие, которые приведут к тому, что у них будут достойные результаты. Итоги сегодняшней тренировки – результат работы, проделанной с начала мая. Два сбора в Эстонии, потом переехали в Питер, покатались на лыжах в трубе, затем горный сбор в Италии, удалось поработать в горы, серпантины на роллерах. А затем в сентябре был сбор в Тюмени, затем всероссийские соревнования в Тюмени, вот, как раз таки на роллерах. А затем был такой период восстановления, 2 недели, тренировались дома на самостоятельной подготовке. А затем уехали в Рамзау в Австрии, начали вкатывание на глетчере, вот, и затем приехали сюда. После этой гонки 3 спортсмена отправятся в Финляндию на первые старты ФИС. Сейчас там уже находятся Егор Сорин и Сергей Устюгов. Василий Валилия, Горбунов Иван и Фалеева Анастасия, они поедут уже в Финляндию на отборочные соревнования. Да. Контролировала своих соперников по дистанции. Все шло за Катей. И на последней финишной прямой нам удалось вместе с ней зарубиться, так сказать. И я выиграла на разножке. С 19 по 21 ноября состоятся квалификационные соревнования, по итогам которых будет отобран состав сборной команды России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира, который пройдет в конце ноября в финской Руке. Александра Амелина, Андрей Аширов, Вести Югория, Ханты-Мансийск.